я играла конкретно в женском турнире. Там было достаточно тяжело, потому что там, во-первых, была девочка, которая играла на чемпионате мира. Там были и девочки, у которых рейтинг был выше меня. Но все-таки я смогла добиться второго места, которое мне, как бы, я шла до него очень долго. 6 лет, можно сказать. Да, я 6 лет уже ездила на эти соревнования. Сменила 2 тренера. Даже 3, наверное, еще самый первый был тренер. Вот. И все-таки теперь тренер моя мама. Теперь я все-таки добилась этого и смогла хорошо отыграть и не подвела команду. Занимаюсь 2 года. Я сменил 2 тренера. Мне очень нравится заниматься с тетей Олей. Команда наша очень дружная. Мне нравится с ними ездить. Я занимаюсь шахматами уже очень давно. И так сложилось, что у меня в семье все играют в шахматы. И с самого раннего детства у меня дедушка научил меня играть в шахматы. Мы часто очень ездим на область и занимаем первые места, поэтому мы являемся чемпионами области, и поэтому мы ездим на Россию. У нас есть психологические работы над соперниками, юмор. Вот, например, у нас кто-то хорош в классике, кто-то в быстрых шахматах, кто-то играет, например, на средние, на 30-40 минут. У нас все в какой-то категории лучше, а так у нас команда хорошая, сильная. Почему у нас так развиты хорошо шахматы в Зимовниковском районе? У нас отличительная особенность. Детки все приходят в шахматы с детского сада. И охвачено у нас 6 детских садов. Ведем мы, стараемся вести, у нас 4 тренера-преподавателя по шахматам. И ведем в игровой форме. То есть это форма игры, сказки. Многие до сих пор, вот дети зовут меня Ферзь. Они привыкли, что шахматная королева, Ферзь, Ольга Сергеевна и так далее. Команда, что касается команды моей в данный момент, можно сказать, это команда мечты. О такой команде можно... Каждый тренер, наверное, хочет, чтобы у него были такие ребята. Мы дружные, как одна семья, мы с юмором, у нас традиции определенные. Там, мы, когда приезжаем, находим специальный стимул, у нас книги, у нас методики работы над соперником. Ребята все сильные. Ребята молодцы. Приходилось, конечно, на соревнованиях испытать разное. Вплоть до того, что и подкуп предлагали иногда, да, и предлагали всякие трудности, нечестности. Бывают, попадаются разные вещи. И все это психологически ребятам приходится выдержать. 2 года подряд нам помогает Владимир Юрьевич Еревенко, наш депутат Ростовской облдумы. И 2 года до этого нам помогали наши казачьи общества. Сельхоз «Артель Заря» помогала, ОАО «Иловайская». И просто ребята-казаки. Поэтому, приезжая на российские соревнования, мы завели такую традицию. Мы играем в нашей донской казачьей одежде, да, и ребята, поддерживая спонсора, играют в одежде своего спонсора «Газпром». Я думаю, что у каждого есть мечта какая-то, да, ребята? Я хочу стать чемпионкой мира, это во-первых. Во-вторых, сейчас у нас большие трудности из-за того, что у нас мало развиты технологии. У нас, во-первых, нету компьютера, он, можно сказать, не работает. Мы ездили с личным ноутбуком, и он тоже заглох, и поэтому на соревнованиях было очень сложно работать. Так как это мой последний год в этой поездке, моя цель на следующий год – это взять первое место в абсолюте. Моя мечта заключается в том, что я мечтаю стать чемпионкой мира, и чтобы в следующем году наша команда вошла в пятерку, а желательно и в абсолют. Моя мечта тоже заключается в том, чтобы войти в абсолют, стать чемпионом. Но еще хотелось попросить, чтобы наши постоянные спонсоры оплачивали нам автобус на мелкие соревнования. Ничего нам не то нам приходится самим платить на поездку. Зимовниковский район славится своими турнирами. 3 из них занесены в календарь Ростовской области. Это турнир памяти Карамушка, это турнир памяти Шпитько Юрия Алексеевича и турнир нашего тренера, он, слава богу, живой, Александр Георгиевич Аникеев. Плюс мы проводим этапы гран-при, детских гран-при, и взрослые у нас командные приезжают в шахматы, в которых тоже детки играют.